представила за плачем. И вы знаете, что заканчивается, скоро закончится сериал под названием «Раптор Бью. Пробуждение титанов». Я сделал новый лан-сериал под названием «Раптор Бью. Эхо и Чарли». Вы знаете уже по названию этих рапторов Эхо, Чарли и Бью. Вы знаете уже их имена. И будут какие злодеи участвовать, например, Краки уже его узнал, Черепашек Ниндзя, вот видите, типа как фонарик. И он тип будет, и будет такой смысл, ребятки, я вам дисклеймер сделаю. Это не будет как возвращение Раптор Бью. Вообще это не будет возвращение. Просто Раптор Бью Эхо Чарли. Ну и все. И всякие опасности будем им угрожать. Ну все равно они вместе. Да, ребятки, мы все знаем. Ну с вами был Настасья Артём. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, и всем пока-пока!